Приветствую всех гостей и подписчиков моего канала. На улице сейчас минус 23, поэтому пришлось зайти в торговый центр, потому что с ветром все минус 30. И сегодня мне пришла такая мысль, почему уничтожаются птицы и кто это делает. Давайте зададим вопрос, а кто птиц боится? Птиц боятся инсекты, то есть насекомые, и рептилии. То есть вот две цивилизации, которые сейчас управляют нашим миром. Поэтому сыпятся вот эти всем известные вещества с неба. И на птиц сейчас особенная атака. Ученые доказали, что птицы – это динозавры, которые очень мало изменились в процессе эволюции. То есть это настоящие коренные жители планеты Земля. А мы все, в том числе человеки, мы не предназначены были для проживания на этой планете. Ну и особенности нашего скелета и так далее. И вот я на своем телеграм-канале вчера опубликовала видео о том, что на Солнце образовалось огромное пятно в 60 раз больше, чем наша планета Земля. То есть в середине галактики, Млечный Путь, из середины галактики идет огромный поток заряженных частиц, что отражается и на нашей Солнечной системе в том числе. И вот это похолодание – это не харпы. Я знаю, что у нас в Горьковской области между поселками Новинки и Кусаковка есть такие установки, но это не они. Это не они, это Солнце, это все Солнце. То есть сейчас вот эту матрицу будут, во-первых, при помощи солнечной активности уничтожать, то есть будут перебои с интернетом, со связью, будут гореть компьютерные платы, микросхемы. Ну, люди медиазависимые, медиучувствительные, им, конечно, лучше сейчас себя поберечь. Вот, но включилось Солнце. Очень активно сейчас работает Солнце. Резонанс Шумана, если кто следит за этим, просто зашкаливает все частоты. Поэтому низкочастотные сущности, они будут сейчас просто, ну, катапультироваться с нашей Земли. То есть светлые силы, они сейчас пришли к нам на помощь. Посмотрим, что будет дальше, но я еще раз прошу, давайте поддержать птиц, братьев наших меньших, и воспринимать все это как должное, потому что само солнышко, оно нам будет помогать, будет выжигать эту матрицу. Вот такие у меня на сегодня соображения. Благодарю за внимание.